желанная моя, ты душу мне зажгла. Где ты? Ты светочей, ты в двух мирах богатство мне дала. Где ты? Где ты, земной и неземной? О, где ты, храбрый всадник мой? Разлуки горькая стрела мне прямо в грудь вошла. Где ты? Похмелье вечное мое с тобой, вдвоем на что нам рай? Ты мой нектар, ты вручена мне с райского стола. Где ты? Со всеми дивами вражду затеял я из-за тебя. Ты мне границею была, ты крепостью была. Где ты? Сегодня будет на семи властителем своей любви. О, ты, что счастье и любовь одна мне дать смогла. Где ты? Одно из наших задач и наше желание, это чтобы поэзия на семи жила сегодня, чтобы ее читали, чтобы о нем знали. Истина, она без времени. Красота, любовь, природа – вот нескончаемый источник вдохновения на семи. Он считал, что для того, чтобы достичь истину, нужно проникнуть в глубину души человека и увидеть в ней красоту и доброту.